Последние штрихи, заделка швов на плитке между двух комнат. Здесь у нас теплые полы, вот. Технологические швы. Можно было просто затереть их. Но мы проходим их с помощью герметика силиконового под цвет плитки. Потому что есть возможность расширения, вот, то есть деформации шва, поэтому обязательно. То есть вот здесь мы уже прошли. Все аккуратненько, сейчас покажу процесс. С помощью дюбелька убираем лишнее. Так. Вот. Тут никак не попало. Теперь сдираем сразу. Вообще думаю, что я так. А это кто так думал? Ну так получается.